Эти спортсмены всегда на коне, в буквальном смысле. В городе все выходные проходит открытое первенство по конному спорту. Первый день соревнований – выездка. 40 спортсменов из разных уголков региона демонстрируют свои навыки верховой езды. Манежи расположены на стенках бортика буквы, которые на определенных отрезках они должны выполнять различные элементы, которые отдельно оцениваются. Оцениваются от 0 до 10, то есть 10-бальная система оценок. И потом высчитывается процент, и кто больше наехал по процентам, тот и занял первое место. Это называется выездка от буквы до буквы. В группе юноши спортсмены обоих полов от 14 до 18 лет. Они выезжают в манеж и, подав сигнал рукой, демонстрируют зрителям, как ловко умеют перевести лошадь с галопа на рысь, как могут заставить грациозное животное бегать боком и пятиться. Чтобы научиться понимать друг друга без слов, все звуки во время выступлений запрещены, человеку и лошади требуются годы совместных тренировок. Нужно правильно всадника посадить, чтобы у него посадка была правильная, вперед не валился, там носок вверх тянул, пятку вниз. Ну и чтобы лошадь хорошо управлял. 3 раза в неделю мы с ними занимаемся, 2 дня они у нас ездят, и 1 день занимаются общей физической подготовкой. Общероссийская тенденция такова, что в выездке почти нет мужчин. Их больше интересует наука и техника, а не грация и выдержка. Вика и ее напарница, лошадь по имени Фигура, вместе уже 4 года. Понимают друг друга с полувзгляда. Девушка знает, что уровень выступления Фигуры зависит только от ее настроения. Если что-то не по ее, то и делать не будет. Лошадь это очень флегматичная, любит спать и выпрашивать лакомства. Ну, кобылка, она характерная. Сколько мы уже, 4 года вместе, ну, то есть потихоньку налаживаем отношения. То сахариночку дадим, то морковку. Судьи оценивают не только качество выполнения элементов, но и внешний вид наездника, его лошадь, ее гармоничность и природную способность к эластичным красивым движениям. Всадник и лошадь в этом олимпийском виде спорта – единое целое. Мария Авдеева, Олег Мелехин, РТВ Иваново.